Привет. Я сейчас буду съемку вести по старинке с видеокамеры, которая смотрит на экран. Снимаю компьютером, и уже ни один фильм испортил, и ни на один фильм жаловались, что звук не тот. Попробуем, чтобы был тот. Итак, снимаем по старинке. Вначале представляю вам человека, который я называю один из ведущих садоводов России. Придет время, он будет один из выдающихся садоводов России. Ну и дальше по восходящей. Ну, понятно, среди нас любители, а науки свои, там нету выдающихся по призванию. Там есть назначенные выдающимся. Вот ты, Иванов, будешь выдающийся. А ты, Петров, в очереди побудешь. Придет пора, и тебя тоже назначим. Ну что, а вот не назначены. Макаров, Обнинск, Алексей Иванович. Значит, вначале я нашел, это старое, у него с тех пор много достижений, а это когда-то было, но зато оно мне под рукой. Вот, видите? Это все под рукой. Здесь есть и о нем уже где-то средства массовой информации. Вот. Видите, как звучит красиво. Но это уже журналист такой мог написать. Персификация Калужской земли. То есть, а кто там первый по персикам? Правильно, Макаров. Вот снова, видите, средства массовой информации. Вот. Я уже так мельком о его чудесах. Вот. Прошло после этого много лет. Вы догадываетесь, что там вообще творится? Ну, бывает, где-то выступит где-то. Но это, получается, капля в море. Это буря в стакане воды, а все безбрежная наша литература садоводческая. Это как бы побыстрее дерево уничтожить. Причем с любовью, не просто уничтожить, не со злобой, а с любовью. Ну, дерево несчастное, как же мы... Ветки вертикальные полезли. Спасаем дерево, отрезаем. А потом бах, и через эти раны мороз. А те ветки вертикальные, которые через год-два должны были закрыться плодами, оказываются на костре. Вот. А вот вам человек, у которого почему-то нет штампов искусственных со страшными ранами. Вот они, персики, волшебники. Вы думаете, в сектах дружно сходят? Волшебник. Что с него взять? Волшебник. С волшебника какой спрос? Вот. У него все не как у людей. У волшебника все получается так. Значит, руками развел и, пожалуйста. Но руки мозолистые. Вот это надо иметь в виду. Руки мозолистые. Мне вот эта фотография нравится, знаете почему? Где три абрикоса. Вот попробуйте отличить ее от персика. Вот ниже персик. Вот мальчики. Вот так, смотрите. Вот. А это мои эти. Самые прививки мои Серафима. Еще больше увеличились. Я же говорю, ему работать не надо. Макаров, руками раз так это. И увеличились 1,5 раза. Ладно, я шучу. А то и правда решите, что в саду делать нечего. Вот так вот. Решил полистать немножко. Полистать. Вот, господи. Ведь, знаете, он присылает мне очередные фотографии. А я возмущаюсь. Я говорю, Иванович, ты что, меня хочешь это, чтобы инфаркт хватил? Часто присылают и мои абрикосы. И персики мои тоже, уже в виде взрослых полностящих деревьев. Молодых. Так, все, посмотрели. А теперь посмотрим. Итак, ученик превратился в учителя. Внимание! Внимание! Добрый день, Татьяна. Сейчас ходил по саду и стал давить, как обычно, груши и яблоки, которые падают с дерева, подгнившие. Думаю, надо вам об этом тоже сказать. Мало червям того, что я оставляю на земле листья и мелко скошенную травку. Именно почему мелкой? Потому что если делать большой толстый слой, трава там совсем по-другому переводится в биогумус, там совершенно другие идут процессы,
она гниет совершенно по-другому, перекрывает и доступ, подгнивает корневая шейка у многих растений, таких как груша, абрикос. Поэтому, когда говорится о травке, это постоянно скашиваемая мелкая травка. Она тут же высыхает, а дальше естественным способом уходит в землю при помощи червей. Вот кроме всего прочего, я говорю, падающие оттуда с дерева всякие плоды, недоразвитые, зеленые, там подгнившие, со временем мумифицируются. Чтобы этого не произошло, я их давлю ногами, просто давлю обувью. И дело в том, что они сразу превращаются в лепешку. Вот. Дальше идет дождь, и все быстренько смывается, и удобнее и муравьям, и червям такой плод взять. А как я уже сказал, целенький плодик, даже он гнилой, но он, тем не менее, не нарушен, он просто мумифицируется. И больше того, в нем могут перезимовывать даже наши вредные, скажем так, насекомые. Поэтому лучше давить, оставляя на землю, не собирать, не вывозить, как рекомендуют. Вот, давить прямо на месте, и их там не будет, и земля будет в отличном состоянии. Но это я так, к слову, вернулся с сада. Теперь, помните, вчера я ввел разговор по поводу того, что мимоза реагирует на того человека, который заходил накануне и причинил боль соседнему растению. То же самое и медведь, который объедал куст малины. Сегодня, ну надо же, поутру, с добрым утром, передача «Второй канал», рассказывают, что какой-то лютик, какой-то цветочек. Человек только подумал, что надо бы его сорвать, ну, для каких-то своих целей, я не знаю, вазочку поставить или девушке подарить. Он только подумал, представляете, чувствительные приборы, которые там видят, снимают биополе, измеряют и в цвету. Вот тут же видят, что цветок почувствовал агрессию, и он сам, стараясь защищаться, приобрел биополе, приобрел красный цвет, при том, что дальше, раньше было не то лиловым, не то фиолетовым. Представляете, насколько далеко все, насколько это тонко в этом тонком мире. Вот. Человек еще не сделал ничего, он только подумал. Он уже проявил агрессию. Представляете, как нас чувствует живой мир. А я говорю про ножницы, про ножовки, топоры, про наши сады. Вот. Растение, даже малюсенький какой-то цветочек аленький, а он уже старается защититься от человека. Он уже проявляет какую-то свою защиту. Ну, мы ее не ощущаем, потому что он малыш совсем. А вот про крупные деревья я бы так не сказал. Не говорим уже про дуб и другие высокорослые деревья. Вот. Это к тому, что насколько сложен мир. Чтобы это понять, конечно, человеку, я не знаю, что надо. Вот. Что-то я еще хотел, сейчас вспомнил. Вот именно о вот этих вот удивительных вещах, невидимых человеку. Я как-то раньше занимался, и прошло такое и доказательство, что мысль человеческая, она живет сама по себе, она может жить, она существует, и она постоянно пытается воплотиться в жизнь. Поэтому какой-то из философов сказал: бойтесь мыслей своих, потому что они иногда сбываются, то есть они пытаются сбыться. Вот. То есть это говорит о том, что бойтесь мыслей своих тех, кто думает о плохом. А значит, о хорошем надо думать. Все наши мечты, они стараются воплотиться. И вот меня жизнь как-то к этому случайно подвела. А знаете, как случилось? Значит, у меня друзья разные по садоводству. Общаемся с кем по винограду, с кем по яблоням и грушам. И одно время дружки мои по садоводству надо мной подтрунивали. Я же за абрикосы взялся. Они все: ну как? А у меня то персик пропал, то с абрикосом не лады. И вот очередной раз ко мне приезжает один товарищ, а я решил, как это, не пошутить, а потроллить, что ли. Значит, что я сделал? У меня как раз внуки были, я постоянно на рынке, привык же к этим южным фруктам и овощам. У меня всегда есть персики, абрикосы для детей. Вот виноград уже. Посмотреть на его глаза, это, конечно, классно, но стоило того. Глаза так огромные такие, все, он смотрит в своих руках абрикос, не верит своим глазам. Ну, правда, это вот на дереве, которое должно плодоносить, да? Я уже смоделировал ситуацию вперед. Я ее, как бы вам сказать,
предвидя будущее, я ее наяву построил. Не то, что я показываю дереву, что я от него хочу. Я одно дело мечтать в мыслях, а тут я ее прямо сыграл. Ну и что вы думаете? И именно со следующего года меня больше абрикосы не покидают. Хотите, верьте, хотите, нет. Мы много чего еще не знаем. Вот такие есть чудеса. Так что советую мечтать. И без надежд ни за что не браться. Если человек ко мне приходит, и я показываю ему свои фотографии, или там предлагаю, кроме груш и яблонь, слив, алчи, там, винограда, предлагаю абрикосы, если человек чуть-чуть хочет вроде, но чуть-чуть сомневается там, или даже выскажет, скажет, да нет, куда нам, да все, я даже не уговариваю больше. А если даже он после этого скажет, ну ладно, дайте там, попробуй, типа того, я даже его буду отговаривать. То есть мало того, что он пессимист, он не верит в это. И так, на удачу, типа того, что шансов мало, однозначно. Вот представьте, у нас до этого никто ничего не выращивал, я нигде ничего подобного не видел, я взялся и стал выращивать. Только поэтому у меня и выросло, что я в это верил. Без веры бесполезно за что-то браться. Главное – это вера, смоделировать ситуацию, поверить в нее, видеть ее, и только тогда она сбудется. Вот примерно так. Может, что еще вспомню. Пока. Вспомнил про Тимирязевку, и меня опять зацепило. Столько у меня с ней связано. Значит, первое. Один из наших слушателей, Железова, позвонил в Тимирязевку, Калугу, в питомник. Ну и, как Железов учил, прежде чем покупать где-либо, на рынке или еще где, всегда спрашивайте, а где можно посмотреть на ваш маточный сад? И чаще всего покупатель уходит в кусты, если он привез это откуда-то с юга. Вот. И если даже не с юга, ну хорошо, можно приехать, чтобы не вот этот взять, а свеженький там у вас я бы сам выкопал. И часто бывает, что человек начинает крутить, вертеть, потому что, ну, не отсюда привез, не здесь. Или еще какие-то причины. Вот так же человек спросил продавца в Тимирязевке. Вы знаете, там позвали человека, и не последний там, я не буду называть его фамилию, если надо, я даже найду. У нас это все в записях есть. Которого уже прижали к углу. А можно ли у вас посмотреть, можно ли у вас купить, а правда ли у вас плодоносят абрикосы. И когда тут понял, что действительно тут приедут и посмотрят, и все всплывет, сказал честно, раскололся. Да, абрикосы есть, но они не плодоносят. Сказал честно. Ну, люди покупают, они растут, они у нас растут, но не плодоносят. Стоп. А здесь напрашивается вопрос, откуда в таком случае у вас абрикосы? Или тоже с юга привезенные? Крым, Краснодар, что, где? Это как получается? Не бывает яйца без курицы или курицы без яиц. Вот у вас абрикосы, с чего вы их взяли? Косточек у вас нет, у вас они не плодоносят. Значит, привезли саженцы. Короче, вопрос зависает. То есть они растут в Тимирязевке как декоративные. Еще у меня было с Тимирязевкой Калужской. Значит, меня пригласили в Обнинск читать лекции. Я приехал, может, чуть-чуть опоздал, не помню. Сел на первом ряду. Значит, в президиуме сидят люди. Председатель, который меня приглашал, председатель наших садовых обществ города Обнинска. И, значит, выступает первая женщина из Калуги. Женщина средних лет. Значит, закончила Тимирязевскую московскую и работает в Калуге в этом саду. Ну и на вопросы отвечает в основном. И все ответы, все сводится к рекламе. Люди там спрашивают, а помидоры вот болеют, что там? Оно, вот есть новое средство, огурцы, а вот есть новое средство. И постоянно люди пишут, как обрабатывать химией. Вопрос, слушайте, ну это ж химия, ну а как же так? Это ж химия, это ж не полезно. Ну вы знаете, как утверждает производитель, отвечает она, после 2-3 поливов, как бы можно есть? Ну там, конечно, я прям за ней цитаты записывал, потому что я-то хотел, мне-то следующим, второй час мой был. Я думал, выйду, вот скрестим шпаги, что называется, я давно мечтал. Но не тут-то было. Она свою отчитала и убежала, как же, торопится очень.
Но я ведь молчать не стал, я же с народом стал разговаривать на эту тему. Вот хотел бы я ей задать вопрос, а ты своих детей стала бы кормить такими овощами, которые как бы есть можно? Вот она, наша наука, не знаю, чему там учат. Может быть, конечно, там генетики, еще там, может, Вавилова изучают труды. Ну, по жизни-то, ё-моё, ну, что же вы делаете, для чего же вы учитесь? Да, но лицом к лицу я еще ни с кем не столкнулся. Да, надеюсь, это еще впереди. Алло. Извините, я снимаю фильм, и сейчас буквально 10 минут, вот сейчас заканчиваю. Ага. Ладно. Так, ну тут получается, друзья, что Макаров закончил. Его выступление было настолько самодостаточное, что мне добавить буквально нечего. И сейчас лихорадочно думаю, как назвать это кино, вот из этих трех его этих. Вот. Например, возможно, это будет так называться. По садоводу Макарову плачет должность ведущего телеканала по садоводству. Что-то примерно так. Тут еще у него есть одно выступление. Я сейчас его тоже включу. Мы проговорили 16 минут, а обычно прерывается запись на 29 минут. Так, сейчас я включу. Если даже не помню, если будет другая тема, может отдельно потом, тогда отрежем. А вдруг все это продолжение той же темы? Не помню, смотрим. Добрый вечер, спасибо вам большое. Валерий Константинович, я вот тут сегодня прослушал вебинар, и вы тут вкользь коснулись квантовые скачки, квантовые переходы. Вот я предлагаю вам послушать, получите удовольствие, море открытий, мир меняется, Миронова Валентина Юрьевна. Очень интересно, на бытовом уровне, без всяких умных слов, много что интересного рассказывает, касаясь квантовой физики. Ой, Алексей Иванович, спасибо большое. Понятно, это уже другая тема. Одно скажу, я на вас жалуюсь. Точно это самое, уже... Таких я получаю в месяц несколько десятков. Вот, отношусь очень осторожно. Многое непроверяемо в принципе, особенно предсказания, вот видите. Вот. Есть такие вещи, которые самое насчет предсказаний. Там погибает 300-400 тысяч людей одномоментно. Это лет 10 назад было в этом самом. Помните, там затопило в Японии атомную ГЭС и прочее. Не ГЭС, а АЭС. И вот получается, что когда касается такого, или страшное землетрясение в Турции, оно было на днях всего лишь, уже больше Турция плюс Сирия, больше 30 тысяч погибших, потом окажется 40 тысяч, и все эти предсказатели никогда не могут это предсказать. Ну, кто-то угадывает, тогда он на коне. Тогда к нему идут деньги и почтение людей. Но, в принципе, отрезать или нет вот эти несколько минут, я не знаю. А может и не надо. Вот самое главное было сказано выше. Самое главное. Вот. И то, как надо беречь. Я считаю, эту есть подстилка лесная, а это садовая подстилка. Ее надо беречь. Вот. Тут мы с Алексеем Ивановичем два сапога пара, как родные братья. Вот. И да, горько, да, позорится славное имя Тимирязева, позорится в буквальном смысле. Сколько я уже знаю про это, вот. Учить людей калечить деревья, ничего не меняется, ничего, к сожалению. Вот. Ну, Алексей Иванович авторитет. То я скажу, ну давайте заканчивать на этом. Кто-то какие-то выводы сделает, кто-то скажет, да вот же готовый ведущий для федерального телеканала. Потому что предыдущий ведущий, знаете, что сделал? Ну пусть это было, ну да, уже фактически зимой, но показывали съемки осенние. Ну не могу я успокоиться. Берет ветку с зелеными листьями, которые еще не думают даже желтеть, и говорит, сейчас мы будем готовить дерево к зиме. И берет рукой сверху донизу. Трр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 рr
все листья отломаны, скажем так. Вместо них зияют страшные раны, и дерево оказывается готово к зиме. Вот сейчас меня слышат, допустим, ну, слышь, 500 человек. Уверен, что, может быть, кто-то один скажет, нет, не может быть, ведущий телеканала не прав. Не может, раз ведущий телеканал, он там, может быть, он кандидат, может, он тот доктор, может, он просто, как некоторые называют себя, садовод опытника, значит, опытом завален. И взять и искалечить дерево, не может этого быть. Другой скажет, ну, раз искалечил, значит, правильно, теперь уже листьев нет, значит, оно теперь, считайте, готово к зиме. А железо говорит, смертельный прием, с ума сошел. Что же нам делать-то? А, Алексей Иванович, этот фильм посвящен вам, выполнен вами. И у меня одна просьба. Умоляю, я уже немного надоел людям, просмотров все меньше. Выходите, выходите это, вперед. Вот. Делайте такие фильмы, а я буду помогать. Все, друзья, до свидания. Чуть не сказал, спокойной ночи, у нас уже холодно, то им холодно, холодно само собой, сегодня было 26, ну, для февраля нормально, вот, и темно я имел в виду. Все, я отключаюсь, до свидания. Алексей Иванович, спасибо, что вы позволили мне создать такой интересный фильм с вашими монологами.